Алексея Костюшкина. Собака бежит быстро, лапы рвут на куски воздух, словно кто-то ей выстрелил из темноты. А собака бежит чисто по ветрам прямо к тем звездам, на которых ждет хозяин и хозяин, где ты? Почему ты ушел молча, почему так внезапно? Ведь до этого ты сто раз возвращался домой в срок. И собака теперь хочет ощутить тот родной запах и услышать родной голос и упасть у родных ног. Бродячая судьба, лапы рвут на